как же опять достала эта школа? Вечно эта школа везде. Там школа и вот здесь. Везде. Почему мы не можем учиться без школы? Дома учиться. Блин. Обязательно учиться в школе. Что? Здравствуйте, наша дорогая Эпи-Санта. Здравствуйте, Мария Ивановна. Это опять ты. Опять эта вандовошка Крепесанс. Ненавижу ее. Я ее ненавижу. Я же ее хейтер. Это хорошо, что я ее хейтер, потому что я красивее ее. Да, я красивее. Да, кстати, Крепесанс, умри в огне. Ведь ты неудачница. Твоя подружка Стешка Хомяк ТВ, ты Стешка Малышка ТВ, у нее уже парень есть, у тебя до сих пор нету. И у нее, смотри, сколько подписчиков, у тебя нет, лучше тебе удалить канал. Или просто забрать свой канал. Или просто сделать про себя клипы, то что, ну, например, то что мы будем петь, мы хейтеры будем петь, так подыхай же ты в огне. Да, ты заслуживаешь подыхать в огне. Потому что ты неудачный канал, короче. Видишь, даже твои каналы даже стали не комментировать твои видео. Поняла? Это и хорошо, что твой канал не комментирует. Потому что ты самая тупая видеоблогерша. А вот я самая хорошая видеоблогерша. И тебя уже по-любому забросила Стрешка. Она по-любому про тебя забыла. Да-да-да. Нет, Стрешка, не слушай. Какой Стреша? Просто Крепесанс, не слушай. У тебя все нормально. А вот ты останешься после уроков.